В этой части нашего эфира еще один совсем небольшой рассказ маэстро Теодора Старджона «Музыка» в переводе с английского Валентины Кулагиной Ярцевой. Больница. Отсюда не выпускают, даже когда звон тарелок и бессмысленная болтовня и жалобы раздражают меня. Они знают, что это раздражает меня. Должны знать. Кругом крахмал, скука и ярко-белый запах смерти. Они знают. Знают, что я ненавижу это. Поэтому каждый вечер повторяется одно и то же. Я могу уйти. Не на самом деле. Не туда, где люди ходят не в серых халатах и не в длинном белье, вызывающем зуд во всем теле. Но я могу выйти во двор, где видно небо, где пахнет рекой, где можно выкурить сигарету. Если плотно закрыть дверь, направиться прямо к забору, осторожно смотреть и осторожно вдыхать воздух, можно забыть о том, что творится внутри здания и внутри меня самого. Я люблю вечера. Зажигаю сигарету и смотрю на небо. Оно покрыто облаками, а между ними просветы. Холодный воздух бодрит меня, а внизу, на реке, длинная золотая лента лежит на воде и тянется к свету на другом берегу. И снова ко мне приходит моя музыка. Потихоньку, потихоньку настраивается. Я горжусь этой музыкой, потому что она моя. Она принадлежит мне, а не больнице, как какое-нибудь белье, от которого чешется тело, или серые халаты. Больница — это старое здание и заборы красного кирпича, и множество санитарок, которые ловко справляются с подкладными суднами. Но ни в чем там нет никакой музыки. Легкая полоса тумана лежит над самой землей. Туда, подальше, где стоят редком мусорные баки, туман не может проникнуть, потому что он очень чистый. Раздается музыка. Она предваряет и сопровождает появление кота. Кот черно-белый, облезлый. Он вылезает на прогалину перед баками и стоит, склонив голову на бок, помахивая хвостом. Он худ, и движение его прекрасное. Затем появляется крыса. Жирный маленький комочек с длинным хвостом, похожий на червя. Крыса выскальзывает из щели между баками, замирает, припадает к земле. Музыка становится напряженнее и громче. Кот готовится к прыжку. Я ощущаю боль и смутно понимаю, что впился ногтями в собственный язык. Моя крыса, мой кот, моя музыка. Кот бросается на крысу. Она взвизгивает и затихает на открытом пространстве, где ей видна собственная кровь. Кот припадает к ее ране и мяучит, и рвет дрожащее тельце. Кровь на крысе, кровь на коте, кровь у меня во рту. Музыка эхом повторяет тему смерти, и я оборачиваюсь, потрясенный и ликующий. Из здания выходит она. Там, в больнице, это мисс Крахмальный Чепчик, а сейчас просто коричневый комочек. Маленький жирный комочек. Я худ,
и движения мои прекрасны. Улыбнувшись мне, она направляется куда-то. Я очень доволен. Я иду рядом, поглядывая на ее нежную шейку. Мы вместе входим в полосу тумана. Около мусорных баков она останавливается и смотрит на меня широко раскрытыми глазами. Кот продолжает есть, с любопытством наблюдая происходящее. Мы продолжаем есть и слушать музыку.